Всем привет и добро пожаловать на канал, с вами я, Джискиран, и сегодня у нас выпуск рубрики «Жена меня заставила», то есть смотрим мы кей-попчик, и сегодня это группа Карт и трек и клип Dumbality, по-моему, так будет правильно читаться. Не уверен, если что, поправите меня в комментариях. Ну, погнали смотреть. Блин, да что ж такое? Начало интригующее. Неплохо. Декорации клевые. Дерзкая девка. Ну, в принципе, я понял, весь клип будет такой дерзкий. Очиняша какая. Прикольно. Довольно-таки красивенько, я вам скажу. А, я думаю, чё ж он себе это цепь не перебьет. Оу, май! Звучит тоже неплохо, на самом деле. Довольно приятненько. Ну чё, забавный был в этот момент. Не, ну, блин. Оу! Воу-воу-воу-воу-воу, девушка, полегче. Слишком много подростков может упасть в обморок от таких движений. Не, ну клевенько. Мне нравится. Довольно интересно. Ля-ля-ля какая. Ля какие, я бы сказал. Блин. Приятный трек. И клип красивый. А вот вино выливать некрасиво. Ну все, в разнос пошли. Что это за хрень у него на голове? Как пафосно, молнию вызвал. Ну, как я и сказал, весь клип такой дерзкий, резкий. Ну, реально, довольно клево звучит. И стильненько сделан. Но это шляпа у нее на голове. У нее все равно такие еще очки. Она хоть и серьезно, у нее такие миленькие еще очки. Так, ну, я думаю, ничего уже не будет. Ну чё, забавный клипец, как бы, мне понравилась, песенка приятная, довольно неплохо. Довольно смотрибельно, с учетом того, что я не являюсь поклонником попсы, так сказать. Надеюсь, вам тоже понравилось, вы не забудете оставить свой комментарий, шарахнуть по кнопке подписка, чтобы от нее сыпался красный цвет. Извините. Заплетык языкается. Дерьмо случается. Ну и в любом случае, спасибо за просмотр. Был рад видеть вас здесь. Надеюсь, увижу еще. А так давайте, до скорых встреч.